Атрибутом любой страны является государственный флаг, герб и гимн. Символы Республики Беларусь отражают исторические, духовные и нравственные черты нации, особенности культуры и мировоззрения белорусского народа, его стремление к самостоятельному развитию. Нынешний государственный символ Беларуси был утвержден в 1995 году. В честь нашего флага уже по традиции в Первом регионе проходит фотоконкурс «Стяг переможный. Радости стяг». Целью фотоконкурса является не только популяризация среди молодежи государственной символики, но и развитие креативных способностей и эстетического вкуса у молодежи. Фотоконкурс, посвященный государственной символике, он актуальный, и знаете, он пользуется большой популярностью, потому что с каждым годом работ все больше и больше. Скажем так, если в прошлом году было около 500-600 работ, сейчас нам прислано около 1000 работ. Вот. И причем мы расширили количество номинаций. В прошлом году у нас было 2 номинации всего лишь, а в этом году уже 6 номинаций. А номинации самые разнообразные. Лица Беларуси. Семейное фото с флагом. Малая родина под флагом Беларуси. Флаг Беларуси, флаг побед. Под флагом Беларуси, а также видеоролик «Гэта мой стяг» в социальной сети TikTok. По словам организаторов конкурса, достойных работ было очень много, ведь с каждым годом профессионализм участников растет. Об этом говорят не только работы, но и заслуженные награды. К слову, участники из Барановичевского района увезли домой целых 3 диплома. Одно первое место и 2 вторых. Зубр – это символ нашего Барановичевского района. Конечно, долго думать не пришлось, где нам сделать такие красивые фотографии. Тем более там рапсовое поле очень красивое. Сам зубр, его же несколько раз уже и модернизировали, то есть выглядит он замечательно. Идеальное место, я считаю, для фотосессии. Конкуренция ощущалась, но мы себя чувствовали очень уверенно, так как мы действительно основательно подготовились, продумали план, как нам лучше сделать. То есть это не было все с бухты-барахты, это действительно кропотливая работа, подготовки, и мы очень довольны результатом. День моей фотографии началась тем, что показать и наш государственный флаг, и также нашу красивую природу Республики Беларусь. Это было очень кропотливая, долгая работа. Мы подготовились очень долго, поэтому все прошло на высшем уровне. Такого рода проекты, инициированные БРСМ, формируют у молодежи патриотический характер. Тем более, когда создаются они в тандеме с органами внутренних дел, университетами, органами власти и прокуратуры. Мы очень плодотворно сотрудничаем с БРСМ. Это лучшая молодежь нашей страны. Являются они, конечно, лидерами своих молодежных объединений, и нам очень почетно и приятно, что на этих детей равняются их сверстники, потому что они смотрят то, в каких мероприятиях они участвуют. Прокуратура Брестской области и БРСМ организовала очень много совместных проектов, которые уже реализованы. Это и совместная установка цифровых знаков, и творческие конкурсы, и, конечно, сегодняшние мероприятия. Впереди этих юношей и девушек ждет не только множество различных фотоконкурсов и мероприятий. Впереди каждого ждет творческое вдохновение, победы и достижения новых вершин.